Поздравляю всех русских 9 мая, что победили это немцев и выгнали Гитлера. Я всех поздравляю ветеранов с этим светлым праздником. Желаю всем, самое главное, это крепкого здоровья. И чтобы все у них было хорошо, чтобы их окружали люди, которые о них заботятся, их любят и их уважают. Вот это вот самое, мне кажется, самое главное для ветеранов. Очень тяжело и много это умерли с голода. Да. Было очень тяжело. И русские не подготовили хорошо для войны. Только во время войны они 1943 год они подготовили это автоматы, самолеты и победили немцев. Поздравляю вас.